Доброй ночи. Сегодня на радость многих, а я знаю, что многих, имея на руках цифры по рейтингам прошлого эфира с автором эволюционной теории пола Вигеном Артавазовичем Геодокяном, который сегодня гость нашей программы, мы продолжим разговор об этой теории и попробуем определить сегодня, почему половой диморфизм является одним из основных причин и признаков эволюции и как работает этот механизм сразу после рекламы. Ну ничего себе, они рекламу дают. Ну ничего себе. 5 минут рекламы еще. Кошмар. 5 минут рекламы. И даже пейджер не показываете, не надо. Так давайте имейл. Что на этом пейджере? Все равно ничего толкового. Ну хорошо, так у меня его нет, учтите это. Можете сюда не присылать ничего. У нас минута осталась до эфира.
Мы в эфире, я весь внимание. Да, можете начинать. Можно. Да. В прошлый раз я рассказывал о закономерностях, связанных явлением пола. Придется кратко повторить некоторые положения, чтобы было понятно. Здесь я нарисовал схему появления мужского или женского пола. Любая женская клетка, телесная, соматическая клетка, будь это кожи, почек, мозга, любая клетка содержит 44 автозомы, так называемые телесные хромосомы, которые общие для самцов и для самок, и две половых хромосомы, одну пару половых хромосом, которые у самок одинаковые, обозначаются XX, у самцов разные они, XY. У большинства видов вот такая конституция. Телесная клетка во время гаметогенеза, образование половых клеток делится на две, в женском организме делится на две яйцеклетки, гаметы, которые одинаковые. В мужском организме два сперматозоида, они разные. Есть Y-несущие и X-несущие. Если случай приведет, эта яйцеклетка оплодотворится этим спермием, то рождается девочка. Если же эта яйцеклетка с таким спермием соединяется, рождается мальчик. Но есть некоторые виды, у которых вся эта картина меняет направление. То есть такая система у самцов, а вот такая система у самок. Это виды, это птицы, бабочки, ручейники и некоторые рыбы. Следовательно, из этой картины мы можем сделать вывод, что число рождающихся мальчиков и девочек должно быть ровно один к одному. Но на самом деле наблюдается отклонение от этой пропорции. Вот, поскольку в прошлый раз я об этом не имел возможности говорить, я сейчас расскажу об этом. По оси абсцисс я буду откладывать время, онтогенетическое время. То есть нулевое время – это момент зачатия, образования зиготы, оплодотворенной яйцеклетки. Дальше, через 9 месяцев рождения, через 12-14 лет наступления половой зрелости, потом утрата репродуктивной функции и, наконец, где-то там смерть. Следовательно, вот эта ось у меня возрастная, возрасты. А по оси ординат я буду откладывать соотношение полов. Соотношение мужских особей к женским. Сюда, в этой точке, будет один к одному. То есть, как здесь, получается, один к одному. В эту сторону избыток самцов, в эту сторону избыток самок. Следовательно, такая картина заставляет ожидать, что вот эта точка, думать, что эта точка должна быть вот здесь. Да, но мы не можем видеть эту точку, а мы видим только при рождении, сколько можем судить, сколько рождается мальчиков и сколько девочек. У биологов принято обозначать вот это соотношение полов, зигот оплодотворенных яйцеклеток, как первичное соотношение полов. При рождении это вторичное соотношение полов, а взрослой популяции уже, которая сама размножается, это третичное соотношение полов. Следовательно, вначале думали, ожидали, что рождаемость должна быть один к одному точка. Но на самом деле наблюдается на 100 девочек 108 мальчиков. То есть
Вот эта точка не здесь находится, а вот чуть выше, вот здесь находится. Следовательно, было непонятно, откуда берутся 8 лишних мальчиков. Естественно, первое, что приходит в голову, что не хватающие 8 девочек гибнут во время эмбриональной жизни, то есть не доживают до рождения. Начали искать не хватающих девочек среди абортусов, выкидышей и утробной смерти. И надеялись, что эту точку удастся, с учетом утробной гибели эмбрионов, удастся эту точку спустить вот сюда. На самом деле оказалось, что вместо 8 нехватающих девочек обнаружили еще 92 лишних мальчика. Следовательно, эта точка подскочила вот сюда. Как говорит армянская пословица, вместо того, чтобы хотели исправить бровь, выкололи глаз. Следовательно, да, ну я должен сказать, что по одним авторам это значение 200, есть 183, 150, 125, 130 и так далее. Это не важно, такая точность нам не нужна, но одна из крупных загадок, связанных с отношением полов, связана с тем, что вот почему-то, первая загадка, почему-то первичное соотношение полов не равняется 1:1, а среди зигот, мужских зигот, гораздо больше. Это первая загадка. Следовательно, к рождению остается только 8 лишних. И после рождения вот эта тенденция повышенной смертности мужского пола продолжается. Для разных популяций этот наклон, этот кривой разный, но примерно соотношение таково, что для 80-85-летних людей, пенсионеров, уже на двух женщин приходится один мужчина. Следовательно, если считать, что здесь 2:1, то здесь 1:2 в обратном направлении. Значит, вот эта повышенная смертность мужского пола, это вторая крупная загадка, была связанная с полом. И, наконец, третья загадка связана вот с зависимостью вот этой величины вторичного соотношения полов от самых разных факторов. Давно, там, в средние века, обращали внимание, в Европе обращали внимание, что почему-то наступают холодные времена, повышается рождаемость мальчиков.